Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Богородская нацгвардия на турнир по рукопашному бою среди подразделений Поволжья готовилась основательно. Кроме тренировок, провела внутренние соревнования и командировала в Самару лучших бойцов. В команде из 8 человек 2 мастера спорта международного класса и 2 кандидата в мастера спорта. Турнир очень высокого уровня. У нас в составе округа 7 команд. Это подразделений воинских частей и 12 команд. Это территориальных управлений. Поэтому очень высокий уровень чемпионата России. 8 весовых категорий, 21 команда со всего Поволжья. Таков состав участников чемпионата Росгвардии по рукопашному бою. Самара выставила своих лучших спортсменов, точнее бойцов спецподразделений, которые в свободное от службы время увлекаются борьбой. Люди, которые неоднократно выезжали в служебные командировки на территории Северокавказского региона. В своей повседневной деятельности они прикрывают сотрудников полиции, оказываем силовую поддержку и задержание особо опасных преступников. Все приемы, которые они здесь будут применять, вот, они применять не вправе, вот, но тем не менее эти умения и знания, они всегда прикрывают и порой спасают жизнь людям. Соревнования по рукопашному бою среди спецподразделений российской армии не новинка. Они проходили традиционно во внутренних войсках до формирования Росгвардии. Поэтому с образованием новой силовой структуры турнир решили оставить. Теперь конкуренция, правда, возросла. На татами выходят еще и полицейские. Рукопашный бой является, наверное, одним из тех лакмусовых видов спорта, который показывает способность войск действовать и сотрудников действовать в экстремальных ситуациях. На первом турнире по рукопашному бою среди подразделений Росгвардии в Поволжье победили спортсмены из Кирова и Уфы. Самара заняла 2-е место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.